коварная трасса Санкт-Петербург-Вологда. Вон улетела машина. Хорошо еще не лег, ё-моё, вообще на бок. Да, повезло. Прикимарил, видать. Прикимарил и улетел. Сюда здесь едешь. Такая монотонная дорога, конечно. Едешь уже. У самого тоже глаз иногда открывается, аж страшно становится. Думаешь, ё-моё, где же стоянка. И вот я хочу доехать до стоянки уже и прилечь. Этот что-то здесь дергается. То стоял, то ему захотелось ехать резко. Это. Еду, хочу где-то прилечь. Вот, да, например, вот на этой дороге. Вот я из Питера выехал уже. Повернул здесь с Мурманки уже в сторону Вологды. Блин, ну негде. Там была заправка. Там места не было. А что там? 10 машин станет, 5 машин даже. И все, мест нету, где спать. И тоже еду, думаю, где-нибудь хоть встать. Она узкая, видите, здесь бордюры еще. Нигде не приткнешься. И все, вот здесь тоже было место, видать, этот стал здесь и все. И негде встать, вот в чем дело-то, понимаете, чел. Здесь же новую дорогу делали, делают, и всегда ее делают. И нет, чтобы карманы сделать какие-то, там, стоянки побольше. Короче, вот такие вот дела, друзья. Да-да-да, угу. Будьте аккуратны. Аккуратнее. Если хотите спать, ложитесь спать и не мучайте там свою судьбу. Не испытывайте, вернее, судьбу. И не мучайте ни себя, ни других. Даже так. Я сам говорю, а сам еду, думаю, где ж бы стать, хоть часик покеварить бы, ё-моё. Вам рассказываю, что не испытывайте судьбу. Сам думаю, где бы мне встать бы, поспать бы тоже, чтобы не испытывать судьбу свою. Вообще жесть, конечно. И вот говорят РТО, да, там, ну, у меня еще есть время, да, например. Ну, так реально, просто негде еще, ё-моё. Короче, жесть. Ладно. Вот, смотрите, еще один улетел. Ничего себе, там вообще просто разбился. Туман начался тоже. Видели там как? Прям разбился в пыль, прямо вообще. Обалдеть, там лесовоз походу был. Ё-моё, говорю, здесь дорога. Какая-то дорога смерти. Я уже давно столько аварий не видел. Там, это я то, что еще вам показал, а так я еще не показывал. Там еще куча машин валялась. Я, конечно, сейчас говоря, в шоке. Аж сам проснулся. Уже теперь спать не хочу. Ну, я так стоянку и не нашел, честно говоря. Еду. А, заехал на одну заправку, да. Вообще места не было, конечно. И все, пришлось уехать дальше, поехать. Да. Что здесь дорога такая, видите, она узенькая, монотонная. Это мне, я ночью тогда ехал, у меня, ну, дождь пошел. И машина заглохла, она... И все, и заглохла. И мне здесь пишет: обратитесь в сервисный центр. Где тебе в лесу ночью сервисный центр найду? Думаю, странная она у меня эта Volvo, блондинка. Ё-моё, вообще, думаю, вот это отпад. Ну, короче, вот так, да. Природа, конечно, здесь шикарная, прекрасная, северная. Ну, а погода, конечно, не северная, погода южная. Солнце жарит просто конкретно. Да, что время 7 утра, еще 7 нет, а уже жарко мне уже. Тоже. Ну, он сидит там прямо. Свежий. Вот я ехал туда, еще не было. Еду обратно, уже он сидит прямо там в машине. Представляете? Посмотрите, погода сухая, да? Асфальт сухой. Я имею в виду, асфальт сухой, солнышко светит, да, нету ни гололеда, ничего, никаких бы, как бы, ничего не мешало бы, да, движению. И почему-то вот в такую погоду, солнечную, сухую, прекрасную, происходит наибольшее число аварий, вот таких, улетают, врезаются. Я даже заметил, потому что зимой в гололед даже не было столько аварий, вот сколько я увидел за сегодняшние сутки, понимаете. Машин просто куча, в кювете, там. Ее еще просто, конечно, может жарко им, ну не знаю, конечно, мне тоже, потому что жарко, аж, честно говоря, аж
тошно. Кондиционера нет у меня, ну, жарко, да. Я, конечно, честно говоря, немножко даже в шоке. Обалдеть, конечно. Что такое, что там, почему так происходит, я, честно говоря, не знаю. Загадка какая-то. День, главное, это не ночь, а день, обед. Это, ну, там, 3 часа, да, например. Странно, что это такое, почему это так. Кто знает, хоть, может, вы знаете секрет всего этого? Я без понятия, честно говоря. Такую хорошую погоду и такие катастрофы получаются. Вот еду этот раз, и вроде погода хорошая, да, смотрите, солнце светит, асфальт сухой, чистый, гололеда нет. И, кстати, еще белые ночи, да, уже светло ночью. И очень много машин прямо улетевших. Вон сейчас будет слева, вон там, видите, улетел. Еще один валяется в кувете. Очень много. Я вот честно скажу, что я вот даже зимой здесь ездил, помните, я вам показывал, здесь гололед, снег, здесь страшная трасса, вот зимой, когда я ехал, просто ужас. И то вот такого не было, я так как бы такого не замечал. Столько-столько машин. Здесь я уже, не знаю, я уже счету сбился, сколько их там валяется по куветам, представляете? Это вот все гонки, спешки, потому что там выезжаешь вечером, бывает, диспетчер там говорит, надо в 9 утра быть там на месте, типа, все, газуем. Ну, надо тоже понимать, что 9 утра, это, ну, к примеру, да, надо рассчитывать на свои силы, а не то, что они там говорят. И они там думают, что он на Боинге каком-то там крылья выпустил и пошел над дорогой где-то там. Да, так что это очень, конечно, серьезное дело. Да я и сам он ехал тоже, спать хотел. Здесь еще дорога такая тоже, это Питер-Вологда. Я же говорю, дорога узкая, мало стоянок, тоже ехал, сам спать хотел. Вообще просто глаз выколи, ё-моё. Ну, я нашел где-то там пристанище, стоянку, еле-еле до нее дополз, так скажем, уже. Прямо упал замертво. 2 часа выспался, и все, как новенький, поехал дальше. Ё-моё. Короче, жесть. Ладно. Всем желаю удачи на дорогах, берегите себя, своих близких, друзья. Поехали. Искать стоянку, где-нибудь хоть поспать бы, блин. Вот это да.